Что такое персональные данные, как их хранить, обрабатывать и передавать, все это узнали участники семинара. В Сочи приехали так называемые операторы, то есть юридические лица, госорганы, разные коммерческие предприятия со всей страны, которые занимаются обработкой персональных данных. Это представители из Симферополя, Краснодара, Апатитов, Ханты-Мансийска, Белгорода, Орска и других городов. Я разъясняю основные положения законодательства, изменения законодательства, рассказываю о контрольно-надзорных мероприятиях, которые мы проводим, наш отдел непосредственно, рассказываю об обращении граждан и в целом рассказываю, как построить работу в организации, чтобы не было нарушений в сфере обработки персональных данных. Рассказывая о последних изменениях в законодательстве, организаторы семинара отметили, что согласно поправкам, обработка персональных данных должна быть локализована только на территории России. Добавлю, что подобные семинары Роскомнадзор по Южному федеральному округу для всех заинтересованных операторов проводит регулярно.